Меня зовут Анастасия, и вы на канале «Техника бальных танцев», где мы с вами говорим о базовых фигурах в спортивно-бальных танцах. В латиноамериканской программе все фигуры будут браться из четырех источников. Это учебник Вултера Лайерда, учебник Имперского общества, учебник WDCF и сборник WDCF Syllabus. Левый половый. Фигура из 8 шагов. Начинаем танцевать мы в закрытой позиции и заканчиваем в променадную. По учебнику WDCF партия партнера начинается лицом в центр. Он танцует апель. Подушка плоско, каблук плоско, подушка плоско, подушка плоско. Дальше у партнера слип пивот. Правая нога делает действие браш мимо левой ноги. Работа стопы будет подушка плоско, подушка. Дальше партнер танцует каблук плоско, подушка, подушка плоско. Степени поворота у него будут следующие. На первом шаге без вращения раз, дальше 1/8 влево 2, 1/8 влево 3, 1/8 влево 4. Дальше на 1/2 влево 5. И дальше на 3/4 влево 6, 7, 8. Заканчивает партнер лицом в диагональной стене по линии танца. Работа корпуса и позиции в паре будут следующие. Мы начинаем с закрытой позиции без наклона корпуса. Закрытая позиция с левым наклоном корпуса. Дальше променадная позиция левый наклон корпуса, левый наклон корпуса. Отсюда у нас закрытая позиция без наклона корпуса. Дальше контрпроменадная позиция правый наклон корпуса, правый. И променадная позиция без наклона корпуса. Партия партнерша будет выглядеть следующим образом. Она также начинает с апеля подушка плоско. Дальше 2 шага назад подушка плоско, подушка плоско. Дальше пивот в левую сторону, подушка, еще один пивот, подушка плоско, шаг назад, подушка плоско, каблучный поворот, каблук плоско и шаг диагонально вперед, подушка плоско. А степени поворота у партнерши будут следующие. Она танцует без вращения, раз, два, три. Дальше на 3/8 влево. 4, при этом левая нога у нас сохраняет предыдущее положение, стопы параллельны. Дальше на 1/2 влево 6, правая нога также сохраняет предыдущее положение, стопы параллельно. Дальше мы танцуем без вращения 6, и каблучный поворот на 1/2 влево 7, и шаг без вращения 8. И работа корпуса у партнерши будет следующая. Она начинает в закрытой позиции без наклона корпуса. Раз. Дальше правый наклон корпуса. Два. Променадная позиция. Правый наклон корпуса. Три. Пивот. Четыре. Также с правым наклоном корпуса в променадной позиции. Следующий пивот. Пять. Закрытая позиция без наклона корпуса. Дальше. Контрпроменадная позиция, левый наклон корпуса и променадная позиция без наклона корпуса. Также в учебнике WDCF сказано, что после шага 1 мы можем сразу станцевать шаги 6-8, и тогда фигура будет называться телемарк. У партнера партия будет следующая, он делает апель 1, дальше 2, 3, 4. И у партнерши шаги будут следующие. Она танцует апель. Раз, шаг назад. Два, каблучный поворот. Три. И в променадную позицию. Четыре. Второй вариант, когда после шагов 1-6 мы можем станцевать 2 шага шоссе вправо. У партнера партия будет следующая. Он танцует апель. Раз, два, три, четыре. Слепиво. 5, 6 и в сторону 7, 8.
Следующая. Она танцует апель. Раз, шаг назад. Два, три, четыре. Пивот, пивот. Пять, шаг. Шесть. И два шага шоссе. Семь, восемь. Также данную фигуру мы можем станцевать через слип апель с поворотом на одну вторую влево. По учебнику Волтера Лайерда партия партнера будет аналогичная. У партнерши будет другая работа стоп и степени поворота. Она начинает также с апеля. Подушка плоско, подушка плоско, подушка плоско. Дальше у нее идет шаг назад на одну восьмую влево. Подушка плоско в фоловой позицию. Дальше слип пивот у нее идет на три четвертых влево. Подушка плоско. Дальше она танцует на одну вторую влево, каблучный поворот. Подушка плоско, каблук плоско, подушка плоско. В варианте имперского общества левые фоловые будет выглядеть следующим образом. Партнер начинает лицом по линии танца со слип апеля на одну восьмую влево. Подушка плоско, дальше каблук плоско, на одну вторую влево. Подушка плоско. Подушка плоско. Заканчиваем мы в половую позицию. Дальше у партнера на одну четвертую влево будет слип пивот. Он танцует подушка, каблук, подушка. Дальше шаг, каблук, плоско. И на одну восьмую влево. Подушка плоско, подушка плоско. Последние два шага партнер и партнерша могут исполнить на двух подушках. И партия партнерши будет следующая. Она также танцует слип апель на одну восьмую влево. Подушка плоско, без вращения. Подушка плоско в позицию половой. Далее слип пивот на пять восьмых влево. Подушка плоско, подушка. Отсюда и слип пивот на одну восьмую влево. Подушка плоско, без вращения. Подушка плоско. Еще на одну восьмую влево. Подушка плоско. Подушка плоско.